Дорогие школьники, призываю вас немножечко по-другому посмотреть на уроки английского языка в этом году. Чтобы потом не говорить: «Мне не повезло с училкой в школе, ничего не понятно было». Не просрите те 45 минут, которые вам дарит судьба на изучение английского языка. Каждый взрослый мечтал бы об этом сейчас. Если вы вообще не вдупляете, что говорит ваша учительница английского языка, переспрашивайте, гуглите, смотрите мои видеоуроки. Ну или тупо учите слова. Просто учите слова. Тут уже винить будет некого. Представьте, какой лексический запас вы можете освоить за 10 лет в школе. Поздравляю вас с новым учебным годом. Bye.